А, помогите! Страшные игры с Манвер. Йоу, здорово, молодые! Я тут в интернете нашел еще какую-то дырявую инди-хоррор-игрушку, поэтому давайте на нее посмотрим. Осторожно, много ярких цветов, возможно, кровища, а также расчлененка. Так что вы были предупреждены, все, поехали. Опа, Капибара Фордж, что? Колечковая Академия, играть! Оу, наконец-то еще одна дебильная игрушка, в которой я могу сыграть и выложить это на ютубчик и похайпить. Ну что ж, давайте мы это сделаем прямо сейчас. Пришло время. Этот день пришел. Какой день? Время отправляться в вашу новую школку. Оу, я походу допрыгался и меня реально отправляют в шкилку. Несмотря на то, что сейчас уже конец апреля. Двигайтесь в ASD, смотрите мышкой. Все, парни, чувствуйте хайп. Пока выходили с сентября в шкилку... Дима залетает с апреля в шкилку, специально, вот, специально пришел вместе с вами отмучиться уже в конце учебного года, чтобы залететь. Ё-моё, это кто такой прискакал? Что ж, вы здесь слишком новенький, да? Что это за человек-гвоздь-пуфик какой-то странный? Что ж, добро пожаловать в Колечковую Академию, меня зовут Циркуль, твой день будет выглядеть следующим образом. Во-первых, я представлю тебя нашим правилам. Не беспокойся, это долго не займет, ни хрена там какие-то пиксельные правила и что это такое. Дальше вы столкнетесь с некоторыми вопросами с нашим мистером Милком. Ни хрена себе. Тогда готовьтесь двигаться, а затем готовься жестко подвигаться с нашим мистером Сделай. Он весь жаждет поденсить на танцпольчике. Ни хрена, у них тут что, в школе какой-то танцпол есть. Надеюсь, ты прихватил с собой обувь для дэнса. Да я всегда в кроссовках на трех полосках, мне вообще пофиг. И в конце ты столкнешься с нашим директором, у него есть небольшой тестик для тебя. Увидимся и посмотрим, хороший ли ты студент. Да я вообще топовый студент. Все, хватит трещать, давайте произведем первое впечатление убийства? Что? Кто здесь убийство? Я не понял, а что здесь происходит, что кого-то продырявит? Войти в нашу новую школу. О, нет, звоночек на урок, блин, у меня аж в башке что-то, какие-то триггерки сработали. Ё-моё, мы залетели, вот это хайп. Вот это хайп. Нажмите Е, чтобы выбрать направление броска и потом отпустить, чтобы наполнить вашу силу. Опа, тихо, япон. Так. Погоди, колечко не долетело. Это что за хайп такой? О, нет, вы промазали. Нажмите, чтобы вернуться обратно. Так, погоди, мне, по-моему, пощечину дали за то, что я промазал. А, и силу. Переброс, пацаны. Так тут что, колечки надо бросать? Это старая игрушка была, где надо... Знаете, не мыльное, а такое жижей заполненное устройство было. И там кнопочки жмешь и... И колечки летали, я помню такую тему. Да ща нормально стреляю. Ля, колечко не туда полетело. Да блин, я по-моему, меня сейчас исключат из этой школы. Блин, эта школа настолько... Ей, я попал! Ура! Ебой, это один. Это первый, я вам сейчас еще второй подготовлю. Ёбая, не долетело колечко. Ну ничего, 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 сейчас нахайпим. Ребята, вы давно хотели закупиться как следует с теми играми, но вы не знаете, как пополнить баланс своего аккаунта? О нет, я не знаю. А для этого есть специальный сервис steamcopycode.com. С помощью него вы сможете просто дешево и безопасно пополнить баланс своего аккаунта. А также через этот сервис вы сможете приобрести игры, недоступные в РФ. Данный сервис имеет самую низкую комиссию на рынке, а мой промокод Manover снижает комиссию пополнения на 2%, а также дает скидку 10% на покупку игр гифтом. Допустим, я хочу пополнить баланс своего аккаунта Monver. Вот сколько у меня тут. 1600 тенге находится. Все, что вам нужно для пополнения, это указать свой логин в Стиме, выбрать валюту, которая придет вам на аккаунт. В моем случае это тенге. Применить мой промокод Manover. А также пополнить. И баланс на моем Стиме реально пополнился. Ого, ничего себе. А если вы хотите пополнить баланс зарубежного аккаунта, вы сможете это сделать через подарочные карты Steam, которые есть на этом сервисе. Ну и все так просто, ведь Купикод — это целая экосистема, где развивают честность и лояльность по отношению к каждому клиенту. Пополняя счет через данный сервис, вы сможете поучаствовать в конкурсе Купили Арт, где можно будет выиграть Steam Deck. Ссылка на данный сервис будет в описании. Всем удачи. Да попади ты этим... Ебой, вообще четко насадил это колечко, прямо как бывшую. Столбик с расцветкой Валди или Волли, как там его звали. Получай, насадил еще одного на колечко. Во, это что такое? Двери раззинулись передо мной, чтобы я смог зайти в эту шкилку наконец-то. Пустите меня туда, быстро. Блин, как же мне нравятся эти дебильные игры. Первый урок. Все, тихо, тихо, рты закрыли, урок первый. Все, спокойно, сейчас будем залетать. Это что, первый урок? Бля, я первый урок у меня, я про... Сейчас учитель меня, походу, указкой по пальцам создает за то, что я промазал колечком. Да блин, да-да, я насажу нормально. А в чем прикол этой игры вообще? Было написано, что это хоррор.
Блин, ну это уже страшно. Ни хрена там доска ударила. Вот это уже, по-моему, элементик страшный был. Еще второе кольцо насажено. Учитель, смотри на меня. Наградите меня чем-нибудь. Пятерку мне поставят сюда за это. Ля, я сейчас вас насажу на свою пятерку, если вы поняли, о чем я говорю. Ха-ха-ха. Опа! Походу учитель зашел в класс, хайпажор, ты посмотри. А, это мистер Милок. Че он там пишет? Уравнение 11 на 12, 131? Правда или ложь? Ща, погоди, я переумножу сам. 11 на 11 это 121. 121 плюс 122. Это false, это неправильно. Это неправильный ответ. Это неправильно, мистер Белок, иди в очко. Да погоди, я сейчас перепроверюсь. У меня же калькулятор на телефоне есть, я чё, блин, лох что ли? 132, я ж говорю неправильно. Ну, мистер Белок, ты меня подставить хотел, это неправильный ответ. Знаешь, кто следующий напрыгнет на этот столбик? Это ты, мистер Белок, понял? Могут ли акулы плавать вперед жопой? А я откуда знаю? Вон как эта акула плавает. Ни хрена себе, это у меня в голове, я представляю. Да не может она плавать, как она плавает назад, да или нет? Ну там акула проплыла тогда, наверное, ну конечно. Правда я не знаю, возможно это была фейковая акула какая-то. Сейчас мы еще забросим, ё-моё, бля, пацаны, погоди. Блин, ну вот это, конечно, дырявые уроки. ДЦП Дмитрий уже вывез еще один урок. Ей! Ебой! Что там такое? Читают ли нас книги, когда мы не смотрим? Ты чё, тупой, мистер Милок? Не будь глупым. Ай! Это что сейчас было? Я же говорю, элементы хоррора будут. Ни хрена себе. Блин, я теперь боюсь этого мистера Белка. Все. Если я просру, короче, я так понял, скрибачок, он взбесится на меня. Блин, я представляю, какая бы была у меня психологическая травма, если бы учителя на меня так же скримили, когда... Фу, блин, я что-то меня аж передернуло. Могут ли акулы плавать? Конечно, могут. Блин, в этой школе меня научили всему. Все, акула поплыла. Да, без проблем, книги могут читать нас. Я согласен на всю, я принимаю вообще. Вон она читает меня. Всегда, всегда нас книги читают. Ля, не насадил. Случайно, прям как с бывшей. Нормально. Опа, блядь, опять не попало. Ой, ёпта, да это что за слоны летают здесь? Прекратите меня пугать. Это что за... Блин, я в нормальных хоррорах не пугаюсь, блин, сколько здесь в этой индюшатине. Слышь... Я не попадаю, подожди, я начинаю волноваться, вдруг сейчас опять слон какой-то. Да блин, всегда ты. О, нет, мне страшно. Да этот мистер Милок, он мне сверлит меня глазами своими. Сосредоточение, пацаны. Во, я попал, всегда книжки читают. Хорош, что там следующий вопрос какой? Что? Это я убил твою собаку сегодня? Ай, блин! Да, это вы. Да, это вы убили. Ёбаю, ни хрена как страшно, у меня что-то ухи стрельнули. У него ган, у него Desert Eagle 50-й калибр у мистера Милка. Это шутер. Я этим насладился? Каждую секунду? Каждую секунду, мистер Милок. Ой, я промазал. Не наказывай меня, мистер Милок, ПЖ. Ля, это самый страшный злодей. Он меня убьет в следующем. Я не думал, что я буду бояться какого-то штришка, похожий на Джокера. Кто выиграет в поединке, мистер Милок или я? Мистер Милок, вы сильнее. Я признаю полностью ваше превосходство. Погоди, надо вернуться обратно, стой. Пошел. Мистер Милок, он сильнее? Да, мистер Милок, я согласен. Пожалуйста, не ставьте мне плохую оценку, не скримьте меня. Следующий урок. Ля, меня забулили уже на первом уроке, что будет дальше? Так, это что за ФНАФ обстановка? Куда ты от меня скачешь, я не пон? Стой. А, видно расположение, смотри. На упреждение. Опа, засадил молодому. Ля, прямо чувствую этот гейминг. Насаживаю. Опа, не насадил. Сейчас, ПЖ не скрим. Ха-ха, еще одна попалась на мою дырочку. На, ой, ёпта, колечко. Что-то у меня сердечко начало покалывать от этой игры. Ребята, не обессудьте, кто уже описался. Я как бы тоже уже на последнем издыхании сижу. Уже штанина коричневая. Коричневая, что ли? Пошла. Опа, насадили еще одну. Хорош. И что это за хайповая музычка? Ой-ой, танцующий пес? Ля, это, по-моему, специально для отвлечения внимания. Пес, не кидайся на меня. Это что такое? Тихо, пес стал якутом. О нет. По-моему, эта ошибка стоит мне жизни. А?
Что зависло-то? Он ближе подбирается. Это Фнафер, пес. Я попал. Не напади на меня, ПЖ. Он меня хочет прикончить. Он уже рядом. Скример близко, мужики. Готовы, не? Ой. Он исчез. Он уже надо мной, наверное, где-то. Да поехали. Эти колечки. Они мне будут сниться. Блин, откройте ворота с хайповой псиной. Да она проскакивает мимо, ёпта, я как должен играть здесь? Ля, ну ты посмотри-ка, это что за ворота такие? Эта игра слишком тяжелая? Да. Вы можете активировать легкий режим, нажимая N, которая значит для нубов. Пошел в жопу! Я буду играть на максимальной сложности. Я чё, нуб что ли? Эта игра пытается меня унизить, еще и напугать, чтоб я зассал, как девочка здесь. Не, нифига, даже женщины не испугаются. Самые заядлые фанатки могут сейчас мне отправить сообщение. Дима, я хочу. Не, это я так шутку просто написал. Опа, вот так же будет. Если 18+. Ну блин, скотина, собака. Ты посмотри-ка, приветственные танцы. Я тебе сейчас покажу. Танцы, танцы, танцы. Исходит псина-то с ума. Невыносимо в шкилке оставаться и на скримерки меня кидать. Опа! Ладно, хорошо, я нуб. Хорошо, я нуб. Все, для нубов режим, смотрите, смурф даже набрызгал. Смыгму. И я все равно промазал даже в нубском режиме. Блин, эта школа меня реально защемила. Это что за жесть такая? Давай, пес, еще больше дэнсов, еще больше танцев. Я хочу просто словить уже эпилепсию наконец от этой игры, чтоб пена изо рта пошла от этого хайпа, от этой собаки. Да ты посмотри-ка! Да дайте я пройду уже эту игрушку! Я почти насадил уже все колечки! Ля! Облажался немножко! Тихо, пес, не смотри! Да как ты ударился-то, вонючее кольцо Соника? Ну и дыра! Опа, попал! Я прошел? Я прошел! Я прошел, меня пропустили в этот манекеновский коридор. Школа еще не закончилась. Блин, да это просто ужасная школа. Я не хочу здесь находиться. Пришло время экзамена. Вот так уже выпускаемся? Ни хрена себе, пацаны. Блин, я, по-моему, по ускоренной проге прошел. Экзаменационная комната. Открывайте эту красную дверь. Ой, это кто там был? Это кто? Это Дрэк? Ё-моё, какая страшная комната. Попал вообще четко. Ни хрена. А, это я двигаюсь. Это кто такой? Ты можешь всегда держать Q, чтобы развернуться. А чё там? Что это было? Кто это был там? Я экзамен-то пройду, не? О, хорош. Еще пошла колечко за колечком. А чё сзади-то? Я не хочу, я не знаю и знать не хочу, что там сзади. Давайте чекнем, что сзади. А чё со мной такое? Почему меня так развернуло странно? Тихо, кто-то ган направил. Кто-то, походу, препод хочет стрельнуть в затылок. Кто-то идет, бля. Тихо. Там заряди. Там ган, там мистер Милок, походу, с дезертыглом уже идет за мной. Чик. О! Это кто такой? Паровозик Томас? О, нет, злой препод. Не такая хорошая концовка. О, нет! Вы не только провалили тест, но вы также еще и сдохли ужасной смертью. Ни хрена прямо в кустике откатали. Так, повторить, подожди, мистер Штришок. Да ты... Это реальный экзамен, это просто жесть, он уже ган зарядил на меня. Да как я должен попадать-то? Я и так квест с собакой был для меня очень тяжелый, а вы меня здесь еще заставляете эту игрушку. Во, ебой, насадил! Я никогда не радовался такому насаженному колечку. Миша Фред, это че, Купик? Чокупик это, походу, амбассадор этой школки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля, Миша! Быстрее! О, валим, двоечка. Я почти дошел. О, выход! Я выбрался? Я прошел экзамен. Это было во сне, 8 утра, что происходит? Я проснулся? Мистер Лупин. Залупин. Музыкант. Когда вы застряли в жизни, просто ешьте сыр. И какая-то телекомпания Вид хочет выскочить. Чё за пёс? Ё-моё, пёс. Нет. Можно я в окно дропнусь? А! Хорошая концовка. Это сон?
Вы убежали, и ваш песик все еще жив. Оу, oh, е! Yeah! Я, походу, прошел эту игрушку. Ё-моё, его застрели! Неважно! Мистер Милок его застрелил, спасибо за игру. Чё за дебильная игра? Какой хороший день, не волнуйтесь, ваш песик в порядке. Это был всего лишь кетчуп. Вау, а я только испугался за него. Вступите к нам. Нажмите Q, чтобы увидеть милого песика. А, это милый песик. Меня, по-моему, заджекирили. Какая же это дебильная Гуфи. А, игрушка. Это прямо в моем стиле игра. Ля, как же я счастлив сегодня. У меня, по-моему, сегодня улыбка просто будет до ушей и пена изо рта пойдет. Ля, это счастливый пес. Все, ребятка, давайте я вам сейчас вот так вот поставлю вот этого песика. Это моя собака, как же он красив. Грива так же хороша, как и в 95-м. Все, ребятки, давайте, ставьте лайки. Записывайтесь ко мне в Дискорд. Оставляйте комментарии, отмечайтесь под этим видео. Говорите, Дима, теперь я видел все. Все, давайте, пацанчики, девочки, мальчики, всех обнял, будьте здоровы, заплакал. Всем пока, no homo.